С 1 сентября в Подмосковье планируется повысить зарплаты работникам сферы образования. Сейчас этот вопрос находится в стадии обсуждения в правительстве Московской области. В первую очередь это коснется тех людей, которые находятся на должностях младшего обслуживающего персонала, особенно в дошкольных учреждениях. Те сотрудники, которые являются нянями, младшими воспитателями. На сегодняшний день объем планируемого повышения надбавок или доплат к должностным окладам младшего медицинского персонала пока не определен. Однако после принятия этого решения на правительственном уровне размер выплат будет опубликован в средствах массовой информации. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.